Совещание провел первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. В зале собрались представители компаний-застройщиков, банков, главы районов и руководители профильных ведомств. Благодаря закону средства дольщиков будут заморожены на эскроу-счетах. Снять эти деньги застройщик сможет только после сдачи многоэтажки в эксплуатацию. До перехода на новые правила нужно скоординировать все действия в муниципалитетах, акцентировал Алексеенко. Ее необходимо будет наладить на системной, постоянной основе, подготовить, ну, как минимум, внутренние графики встреч. Это встречи должны быть и с застройщиками, и, соответственно, с представителями, либо руководителями банковского сообщества на местах. То есть такая работа должна проводиться постоянно. Вместе с новыми ограничениями ожидают и спада темпов строительства на Кубани. Однако таким способом получится защитить права дольщиков. Власти края отправили предложение по усовершенствованию федерального проекта в правительство страны с учетом всех особенностей региона.